В Люберцах почтили память жертв концлагерей. В годы Великой Отечественной войны с оккупированных территорий миллионы граждан были угнаны в лагеря смерти. В живых остался лишь каждый десятый узник. В торжественном митинге, приуроченном к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, приняли участие депутаты Московской областной думы, представители общественных организаций города, кадеты и молодогвардейцы. После минуты молчания они возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». Люди, конечно, пережили очень страшную трагедию. Люди в основном больные. Вот прийти даже на митинг, и то из 30 человек я собрала только 9 человек. У нас в Люберцах это добрая традиция. Мы ежегодно в этот день собираемся, возлагаем цветы, общаемся с нашими жителями, которые прошли этот тяжелый путь. Поэтому, конечно, и меры поддержки оказываем всяческие. И волонтерские штабы у нас в этом плане работают. И мы знаем всех пофамильно, поэтому, конечно, общаемся и чем можем, всегда помогаем.